Здравствуйте. Сейчас я вам хочу показать. Может быть, вы смотрели, у меня видео есть. Нанесение декоративного потолка, декоративного украшения. То есть, там была такая губка интересная. Ну вот я вам хочу продемонстрировать эту губку еще раз. В каком состоянии она сейчас. После нанесения, еще, ну, буквально квадратов 5 мы, наверное, после того потолка еще ей нанесли. Ну вот, любуйтесь. Вот это с ней сделал лак. Как видите, ее вывернуло все, развернуло. Ручку практически с гвоздей сорвало. Она вся пополопалась. И стала как арка. Вот такая вот интересная губка. Все, ее можно выбросить на мусорку. То есть мы ей нанесли, ну если так грубо говоря, ну квадратов может быть 15. 20, не больше. Все, спасибо, до новых встреч.